Всем привет! Вы на канале Темер, и сегодня будет разбор секреты Скибиди Тулы 70 Part 1. Да-да-да, мы дождались нашей долгожданной серии, и я собрал для вас целых, если считать еще 5 спойлеров, то 34 секрета. Просто рекорд. Ой, мне кто-то написал. Ну ладно. Извините там. Пишут, так сказать, из телеграма. Не люблю, когда мне пишут во время съемок. Ну да ладно. Давайте уже начнем, а то будет долго. Вот. Первый кадр. Я вам сначала покажу именно слитые кадры, а потом мы перейдем к самим секретам, и всяким другим штучкам. Вот первый спойлер. На нем изображен Скибиди ученый, кстати, это осветленная версия. Если говорить о оригинальной версии этого спойлера, тогда это будет полностью темная, просто темная картинка. То есть ничего не будет видно. А так-то, если ее очень сильно осветлить, то мы можем видеть Скибиди ученого и цифру 70. Вот такой очень интересный спойлер. Но он нам особо ничего не дал. Ну, а следующий спойлер уже дал нам кое-что интересное. На этом спойлере мы видим камерамена с огнеметом, который с ним стреляет синим огнем. Кстати, этот спойлер от Elite Cameraman. Это такой ютубер, который очень сильно, у него есть связь с Дафубумом. Поэтому он через свой канал, Дафубум через канал Elite Cameraman, как раз отправил эти спойлеры. Но опять у него не получилось это скрыть, и все очень быстро нашли. И вот еще один спойлер от Elite Cameraman. Это вот такой Скибиди-ракетчик. Мы уже знаем, что он делал, у него есть щит там и так далее. Но, к сожалению, его уничтожил камерамен Титан. Это уже как бы третий спойлер. Следующий спойлер — это когда Фанбум как бы сказал то, что это 100% правда, как бы. Но мне, в принципе, показалось то, что на всю работу Дафубума, что-то на спойлер Дафубума не похоже. Но это оказалось правдой. И это реальный спойлер. Давайте приступим к следующему спойлеру, последнему, пятому. Здесь ничего такого в принципе особенного. Особенность в том, что он появился в магазине Дафубума. Это Синемамен просто, и он злой. И у него немножко зеленый смайлик. Все думали, что он заражен. Просто я не знаю, по какой причине все подумали, что он заражен, если его нельзя заразить. Ну ладно, может, его как-то можно заразить. Кто знает. А теперь давайте приступим к самим секретам. Еще я вам покажу. Это обложки трансляции. Изначально обложка трансляции была, как тот самый пятый спойлер, который я вам только что, в принципе, и показал. Так выглядела эта иконка премьеры. Но потом она изменилась на вот этот шедевр, где стоит ТВ-вумен, улучшенная спикер-вумен и камера-вумен. Но потом окончательно, когда уже эпизод уже можно было посмотреть, окончательная иконка выглядела так, то что на ней был тот самый очень быстрый и очень сильный астроскибидист. И все так и предполагали, то что астроскибидисты будут просто ломить обычных скибиди-туалетов и у титанов начнутся сильнейшие проблемы.
Даже Синемамен со своей бешеной силой не может справиться с этим. А теперь давайте перейдем к самим секретам. 21 секретов. Ну ладно. В начале серии на стене написано «No smoking». Я не буду говорить, как это переводится. Просто переведите сами. «No smoking». Потому что там, ну, кое-что... Ну, там то, что не нужно слушать. Тот самый И вот мы на кадре видим, ну, уже в официальном видео, мы видим того самого камермена с огнеметом и спойлера. Вы уже, наверное, знаете этот спойлер, потому что я вам, естественно, показал. Давайте продолжать. Ну, здесь самые скибиди-такси. Вот, кстати, они реально. Это очень круто. Скибиди-такси в серии Спикервумен. Помните? Помните, ребят? Извините, просто сейчас было немножко какое-какое, ну там написали кое-что не очень хорошее. Я это скоро попробую. Потому что у меня время нет второй раз снимать сейчас. Да, именно сейчас. Нету время совсем. И, ну, к скибиди там такси, в принципе, прибавились ракеты. Раньше они просто катались и ломали все пивами камераменов. Пивами камераменов. Вот так. А теперь они просто бомбят их ракетами. Нормально так, слушайте. Нормально вообще. Ну и вот еще. По лазеру можно понять то, что мы смотрим от лица большого камерамена, который был в прошлой серии. Ну вот этот с лазером. Ну и спойлеры, в принципе, вы даже сами знаете. И вот, это прям интересненько очень. На 27 секунде очень странный человек. И вообще, кто это может быть? Но этого еще пока никто не знает. И еще в начале серии видно, ну, вы видите сами. Может, мне не показывать? Это есть телеграм-канал. Я это не буду показывать, но... В телеграм-канале это есть. Просто я боюсь, что мне YouTube даст авторские права. Уже за сообщение там какое-то плохое, еще и за вот это. Ну, сообщение каким-нибудь стикером. Замажу. Естественно. Ничего нет. У скибиди ракетчика есть вот такая мощная защита. Ну вот она, в принципе. Скибиди ракетчик с того самого спойлера. И вот я вам говорю, у него есть вот такая прикольная защита. И лазер большого камерамена это не может уничтожить этого скибидиста. Также можно увидеть боевую машину камераменов, и рядом лежит гранатомет большого камерамена. Правда, я, естественно, не знаю какого. Вот еще одно. Помните, я говорил то, что кроме джетпак, к нему прилетели вот такие камеры. Ну, типа вот по бокам камеры, вы видите? Так вот, оказывается, это тот самый синий огонь, типа лазером. Ну, или огнемет, я пока не понял. Но в прошлом вообще-то, в то время, когда прилетел джетпак, там реально были камеры. И лазеров никаких там не было. Были именно камеры. И признака на то, что они реально будут, и то, что это будут лазеры или огнеметы, просто нулевые были. Ну, вот это, ну, вроде как не проработано. Ну, я точно не уверен в этом. Я сейчас не уверен в это все говорю, но да ладно. Синемамен, кстати, тоже дал энергию Спикермену Титану. А мы-то уже думали, ой, все, Синемамен и Спикермен Титан уже больше не друзья, обидно. Ну нет, оказывается, все-таки все в порядке. Их дружба только начинается. И вот также у этого скибидиста новые лазеры, типа, были прям большущие такие. Ну, у него большущие лазеры. Вот прям большие реально лазеры, как вы можете заметить. А у джименов они реально маленькие. Ну, небольшие. Реально. Реально, типа, вот это прям вообще немножко странно. Спикермен Титана реально как будто перегрузили энергии, и ему началось сносить немножко крышу.
Ну да ладно, давайте продолжать. Камерамен Титан опять, естественно же, за свое. Он украл радиационную бочку у скибидиста и поставил это вместо своей данной оторванной руки. Переходим дальше. Вот это те самые скибидисты из Скибиди Тур 68 Part 2. Их как раз именно строили. Помните? Их вот строили как бы. И к ним прикрепляли радиационные бочки. И в итоге к ним, получается, мы видим то, что к ним еще и прикрепили джетпаки. И у них теперь есть очки. Вот так все. Значит, мы у базы. Если они тут, значит, мы на противоположной стороны базы. И Спикермен Титан просто во всей красе. У него это с ним немного что-то не то. Но он очень жестокий. И вот, то самое лицо из скрытого видео в Дискорде Дафукбума. Естественно, я его вам в этом видео не покажу, потому что там то, что не надо показывать вообще на Ютубе. И как бы... И вот, короче, знаете, что? Ну, типа, в моем телеграм-канале как бы это есть, но... Ну, и типа, вот, короче, у меня в телеграме есть это видео, но... Я его уже отправлял очень давно, и навряд ли вы его уже, наверное, найдете. Потому что я его отправлял очень-очень давно. А отправлял я уже за 2 или 1,5 месяца уже столько всего. Короче, там почти нереально что-то найти. И, как мы видим, Скибиди Диджей очень сильно обновился. К нему прибавились вот такие колонки. Он теперь на ножках ходит. Ой, на ножках. И у него есть лазеры. Переходим к следующему нашему секретику. И вот, его, к сожалению, выкинули. Как бы его не уничтожили, а выкинули. Потому что на каком-то кадре можно увидеть то, что это его отсоединили от всего этого, этот унитаз, и просто кинули. Ну и, короче, появился вот этот астроскибидист. И этот астроскибидист умеет отражать атаки титанов. И, скорее всего, это один из главарей астроскибидистов. Кстати, возможно. Я вот думаю реально то, что он может быть главарем астроскибидиста. И он даже отразил 2 атаки Синемамена. И кинул его меч ему в руку. Ну, как сказать в руку? Он хотел ему в экран кинуть. Но реакция нашего Синемамена очень хорошая. И он успел, к сожалению... Он, извините, не к сожалению. Хорошо, что он успел... своей рукой заслонить свой экран, чтобы ему не пришла такая же, ну, такой же проигрыш. И спикер-вумен и камера-вумен добавили улучшение себе. Спикер-вумен сзади очень большие катаны и по бокам 4 ножа, а камера-вумен добавили 2 пушки на руки. Вот так вот. Вот так вот, вот такие боевые женщины. И, возможно, Скибидист Диджей, ну вот я говорю, выжил. Потому что его просто куда-то откинули. Как мы можем заметить. И вот, оказывается, эти кружки под камерами, вот под камераменами вот эти, были фонариками. Я реально не знал. Ну, может, кто-то знал, но я реально не знал, что это фонарики. Вот, у Спикермена Титана, когда ему дали энергию, его выстрел из лазеров стал больше.
эти кругляши лазерные, как называют, стали реально крупнее. Ну, то есть, вот эта емкость в лазере реально стала крупнее почему-то. Ну, вот энергии, наверное. И вот, это призрак-камерамен. Можно сказать то, что это галлюцинации Вантусмена. Это просто галлюцинации Вантусмена. На самом деле, они гибли, как бы, это просто галлюцинации, потому что он как будто в какой-то психушке. И его там мучают. Так они там все замучены. Уже. Никому там уже не смешно. Вначале все тусили, танцевали, а потом уже не смешно стало. И последний секрет. В новой серии мы видели, что это туалетная бумага, это граната. Вы понимаете, в начале серии, короче, как мы можем чисто понять, мы увидели это, то, что там в туалетной бумаге была граната. Прям в туалетной бумаге была граната. Это на, конечно, понимаю. Ну, в принципе-то, на этом все. Все, в принципе, 34 секрета я вам полностью рассказал. Если вам понравилось это видео, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. С вами был Тимир. Всем пока-пока. Кстати, если ты хочешь узнать больше информации о моем YouTube-канале о скибере Туллет, Туллет Файт, VC Вор и Туллет Лаборатории, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Здесь очень много всего интересного. А на этом все. Всем пока-пока.